Александр Кирьянский. Ответ Свердлову Леониду Александру Мише Пунзику. Иврит учиц звал на таран. Директор прославлял ульпан. Но трогнал зверский хулиган Мишенька Пунзик. В мечте угнать аэроплан. Срезал край хрюндик. С залупки как кусочек жил. Когда еще в Союзе жил. Любил бить морду, а ложь ил. Слабым на рану лил он с бандитами. Дружил, не по карману. Решил и как заведено. Блатных закон, Саш, хвать бревно. В Израиль проруби окно. Пел Свердлов Леня. Где край свой? Полюблю говно. Не только вонь я, Миш, до посадки в самолет. Сунь карабины в переплет, как разрешит бродить пилот в стране советов. Пусть в Гоя пальчик разопальнет из пистолетов. Как Токарев забудь про стыд, давно залупа не болит. В Израиль Свердлов путь открыт, но раскололи менты, вот твой новый вид. Год не на воле, в тюрьме недолго ты сидел, что аль в Израиле не тел. Скепа о зоне беспредел, Саш, Миш и Леней в одном лице. Директор смел, нету иронии, гноить начну, блять, стариков. Кромсая книжечки стихов забытых жалких дураков. Кайф у всех наций, мол, в солнечном сплетении плов. Боль их помаций, чей вопль напомнит мне тюрьму. А жаль, не скажешь никому. Травля без смака, что без бандюк мне одному. Блажь, молодость не по уму, воет собака. Александр Кирьянский, 6 декабря 2022 года.